Апрель – традиционный месяц для проведения экологических акций и мероприятий. В субботу, в канун Светлой Пасхи, на уборку улиц столицы выйдут сотрудники районных администраций, предприятий и компаний, а также жители Чебоксар. Экологические акции запланированы в сквере имени Чапаева, в мемориальном комплексе «Победа», в парке 500-летия города Чебоксара и на других площадках. Такие субботники проходят в рамках городской акции «Сделаем город чище и зеленее». В ее рамках планируется не только наведение чистоты и порядка на улицах Чебоксар, но и посадка зеленых насаждений, санитарная вырубка деревьев, ликвидация несанкционированных свалок.